Всем привет, друзья! С вами Френос и карта Штефен Ленд. Итак, судя по мини-карте, это очень хорошо переделанная карта Вестбридж Хиллз. Так как вот эти вот поля, ну, все, в общем, как на Вестбридж Хилле. Вот здесь вот у нас на базе такой сгоревший наш дом, судя по всему. Мы вот и начинаем эту карту после пожара, поэтому у нас денег, собственно говоря, и нету. Итак, на карте есть разнообразные культуры, так как карта является мультифруктовой. Вот вы видите, сами тут есть и телята, и свиньи, и цыплята, и моторное масло, и просто масло, и разные культуры. В общем, много всего. Давайте же взглянем на нашу технику. Техника у нас представлена в виде Дойца, одного, двух Нью-Холландов, Мэна. Мэна. Комбайна Кейси, Крона, разных вот прицепных комбайнов для картофеля и свеклы, которыми никогда никто не пользуется. Ну и двух прицепов для мана и для трактора. Вот она, наша ферма. Есть также смеситель для моносмеси. Есть наши склады. Вот там вот у нас склад. Ну, сейчас мы туда подойдем, посмотрим. Вот, есть также установка для переработки семян. Вот склады у нас на этих складах. Короче, этот, скажите, хранится трава, там сено такое. Гляньте, как он выполнен, интересно. Все конвейера у нас расположены по кругу. В принципе, неплохо смотрится. Ну, я здесь вот немножко, скажем так, играть начал. Возможно, буду играть на этой карте какое-то время. Пока, как говорится, не надоест. Ну, а на этом, пожалуй, будем заканчивать наш обзор. Кому понравилась карта, скачивайте, играйте. Кому понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Френос. Всем удачи, всем пока. А лучшие моды вы найдете на сайте modfs15.com. Заходим, скачиваем, наслаждаемся игрой.